получат большинство мандатов. По данным портала Allegiant.md, партии действия и солидарности в законодательном органе достанется 63 депутатских кресла. Это в 4 раза больше, чем в 2019 году. Таким образом, ПДС сможет сформировать правительство. Однако полученных ею мандатов недостаточно для единоличного принятия поправок в Конституцию. Для этого требуется 67 голосов депутатов. Избирательный блок коммунистов и социалистов займет 32 кресла. Согласно списку, 22 из них достанутся ПСРМ, еще 10 ПКРМ. Учитывая, что социалисты участвовали в кампании вместе с коммунистами, у них будет на 13 мест меньше, чем после прошлых парламентских выборов. Партия Шора потеряла всего один мандат. На этот раз ей досталось 6 мест. Избирательный порог для прохода в парламент для партии составляет 5%, для блоков – 7%.